еще сказали такой критерий в начале, что я должен не хотеть его раскрыть, Творца, а действовать именно самостоятельно. Водайки, они руцелями отсмили в нотата буре. Да, потому что я хочу самостоятельно построить Творца. Мы хотим сами выстроить Творца. Поэтому мы даже против того, чтобы он раскрывался. Мы хотим раскрыть его в нашем материале, из нашего материала. Я должен эту мысль, ну, как бы держать все время, что я это как бы сокращение такое, что я не хочу, чтобы ты раскрывался. Ен, водай, зеникра цимцум. Да, действительно, конечно же, это называется сокращение. Я не хочу раскрывать Творца. Я сам хочу построить его образ из себя. Я хочу быть Адам, словоподобный человек. Я для себя не хочу, чтобы Творец раскрывался. А когда я хочу попросить для товарищей, то что я для них прошу? Они руце бекешер бы. Нет, я хочу в связи моей с другими создать такую систему связи между нами, которая будет называться Творец. Бо уре, приди и смотри. И это будет называться Шхина. Вот эта вот сеть исправленных связей между нами называется Шхина. Так будет называться она. И там мы раскроем ту силу, которая оживляет, которая находится в ней, это называется Творец. Но если я прошу вот для своих товарищей, то я прошу, чтобы они тоже над этим желанием находились, то есть не хотели. Водай, а нахну кулану руцим льет лимала. Да, конечно, мы все хотим быть выше сокращения. Мы не хотим раскрывать Творца. Мы хотим построить Творца. Вы сделали меня, написано, как он говорит. И все, этим мы придем на ступень человек, Адам. Мы вырастем, мы поймем, мы почувствуем, мы будем мастером.